за миллион долларов, блядь, я бы Навальному эту идею продал, если бы он меня спросил. Да, мы говорили с Градскими про Навального тоже. Интересно, что он упоминает в этой беседе декабрь 22-го года. У него там придумка очередная. Ну, я сейчас воспроизведу ее. Вот, к сожалению, сам он ушел 28 ноября 21-го года. Годовщина будет скоро. Мне не хватает этих разговоров. Неважно о чем, даже о Навальном. Он должен был снять 30 или 40 полутора-двухминутных маленьких роликов. Здравствуйте, я Алексей Навальный. Сегодня 25 декабря 2022 года. Я сижу в тюрьме. И моя команда делает это и это. И я представляю новый ролик, который называется, и идет кадр какой-то или титр.